Быстро в камеру смотри. Сейчас твою карамельную жопку снимать будут и восхищаться твоими прекрасными глазами. Это у вас Афинка, простолюдинка. Афинка, ну ты что? Я сердечно тебя зову, только потому, что у тебя очаровательное сердечко на спинке. И еще у тебя глазки сапфировые, и вообще носик у тебя тоже карамельный. Мам, ну чего она? Ну вот, пока мама просто воду вытирала, Марсель тут еще порадовал меня. А чего? Чего? Я просто вот рыхлил там. Вот помнишь, я в прошлый раз порыхлил тебе цветочек, а он зацвел, да? И вот я хотел там посадить вот здесь вот семена под листочком. Я думал, вырастет новый, ты порадуешься. Я только порадовать тебе хотел. Правда, правда. Марсик. И вот немножко перестарался. Я там вот ямку выкопал. Да, посадить хотел. Чё, ругаться будешь, да? Не будешь? Вот пока мама воду вытерла. Марселю все-таки нравится этот горшок, он прям атакует его. Полили цветок удобрением, и уж очень ему нравится этот запах. Да, вот здесь вот хотел посадить, прям вот. Что? Посадил? Говорила тебе, пойдем за птичками смотреть. Так нет же, садоводством решил заняться. Ну да. Так что гирлянду так и не будем снимать. Давай отсюда вали. Может, что-нибудь исправлю. Пусть мамочка теперь мои сапфировые глазки поснимает. Вот так выглядит и ревность. И ведь цепляется на ровном месте. А я всегда говорю, что он хулиганит больше, чем я. А потом уставится своими мультяшными глазищами. Святая наивность. Листочки точно не ел. Яму выкопал. Что, он напугался? Я уже понюхала эту штучку. Не знаю, что там. Ах, мамочка, а Пизанскую башню что, тоже я? Ну, может быть, он сам упал? Ну, не знаю, как так получилось. Ну, это пока ты землю убирала, ходила тряпочку на кухню брать. Он как-то тут сам свалился. Но он не мог сам свалиться, Афина. Ну, подтыкали мы немножечко. Целый, и горшок целый, и цветок целый. Да, пока я вытирала землю с полки, мне тут земли на полу навалили. Ну, вот веселись не хочу. Мам, да не ругайся. Зато он теперь точно взрыхлился и к 8 марта расцветет.